день победы. Как он был от нас далек, как на стене подушек таял уголек. Были мёрзлые, обгорелые в пыли, этот день мы прилежали, как могли, этот день победы. Порохом пропал, это праздник, и не ноем на висках. Четыре года в тягостной разлуке мы тем и жили, ожидая дня, когда от радости, раскинув руки, ты снова выбежишь встречать меня. Повержен враг, настал желанный миг, взвелась победа знамя, песня птица. Еще немного, скоро фронтовик к любимой вдаль камчатскую примчится. Ни шторм не сдержит, ни пурга, ни снег того, кто бил врага, кто гром победы слышал. Опять нам жить, опять цвести весне. Целую, жди, встречай, с приветом, Миша. Стоит рыбачка, цепи синих гор, сияет море ширь до горизонта, и слезы радости ей застилают взор и падают на телеграмму с фронта. Это стихотворение называется «Победа», и его в 45-м году написал Василий Акшинский, журналист, пограничник и, кстати, участник знаменитого Курильского десанта. Сегодня 9-й день мая. Сегодня 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. И несмотря на то, что русских людей пытаются загнать в концлагерь самоизоляции, не все согласны покорно подчиняться. 9 мая, Камчатка, Елизово. Ну а дальше давайте посмотрим, как там все происходило. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, жители Елизовского района, разрешите в этот прекрасный день поздравить вас с 75-летием Великой Победы советского народа над фашизмом, пожелать вам всем крепкого-крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Спасибо вам за то, что вы дали нам жизнь, нам и будущим поколениям. Низкий вам поклон. Вечная память погибшим, слава живым. Которые обеспечивали фронт всем необходимым. Низкий вам поклон. От всей души желаю.
Сегодня великий праздник. Сегодня День Победы советского народа над фашистской Германией. Сегодня, к сожалению, так получилось, что мы не можем, как обычно, выйти на праздник, на парад, провести наш парад трех поколений, на который собирается весь город, дети, старики, ветераны. И поэтому приходится поздравлять вас так, дорогие друзья, уважаемые лизовчане, уважаемые ветераны труда войны, узники концлагерей, дети войны, блокадники. Сегодня все те, кто защищал нашу Родину, мы вас поздравляем с этим великим праздником. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и успеха в вашем труде, который вы сегодня еще продолжаете. Мы продолжаем ваши традиции, чтим память. И сегодня, стоя здесь, мы отдаем дань памяти тем, кто погиб на этой войне. Тот, кто отдал жизнь за нашу сегодняшнюю свободу и сегодня то, что мы можем жить и продолжать жить. Низкий поклон вам, с праздником, Днем Победы всех! Уважаемые жители Елизовского района, в этом доме проживает участник Великой Отечественной войны, почетный житель Елизовского района, почетный работник транспорта России Андрей Михайлович Грызголович. Награжден орденами Трудового Красного Знамени Отечественной войны, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. День Победы, как он был от нас далек, как от неба души таял уголек. А вгорелые в пыли этот день мы прилежали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник синевою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы. День Победы! Вот так во втором городе Камчатского края встретили 70-летие Победы.